Котельная работает без перебоев. После сюжета о плохом отоплении в 18 многоэтажках поселка Актас чиновники дали ответ. Они еще раз проверили работу котельной номер 18, которая находится в доверительном управлении индивидуального предпринимателя. Напомним, жители жаловались, что уже 2 месяца у них нет качественного отопления. Подобные жалобы не раз поступали в акимат Сарани, куда Актас территориально подчиняется. На котельную выехали аким поселка Актас, зам акима Сарани и руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Сарани. 29 ноября котельная работала в штатном режиме, без перебоев, отчиталась комиссия. Температура на подаче составляла 56 градусов, на обрате 45 градусов, что превышает установленный температурный режим. Работают 3 котла в резерве. Один есть запас топлива. В ходе обследования подавального помещения установлено, что тепло до дома доведено в полном объеме. В этой связи жителям рекомендовано провести обследование внутридомовых систем теплоснабжения. Со стороны местного исполнительного органа будет оказано содействие представлению специалиста для проведения обследования внутридомовой системы теплоснабжения.